Мне приором, конечно, штаны взять. Смотри, Джипси. Тебе, ну, будешь одевать? Я тебе дам, короче, уступлю, Вы если услышали будешь крик одевать. серебряного авангарда. Я хуй, у тебя это мейн или твинка? В этом колизее вас Тебе не ждут очень, да? Ну тогда я оставлю встречи с себе вашими нас. противниками. Все, первый ты танчит подаван, на полу в подаван, а босса запустил, по сайсу закиньте каску. Вышли серебряного авангарда, который направится в У цитадель. Фолок минус 5к тогда. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я А вижу я шо танчу на? твоих соперников в багровом Ты танчишь огненную и пространстве. вторым Наш танчишь. легендарный паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак Процающий Бивень. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. Также, если не вы из огня выбежал, шаманчик. Наберите ранжуэр ДДшники сразу. Жень, тотем от сил природы с тебя будет на второго босса. Гоблина занесите. Внутрь, больше, глубже занесите. Шамана прохильте. Ребят, кто будет рёва ловить и лицом, будет сразу минус 2000 в обычке. Хэмки минус 5. Дайте попу Фолгу. Так, Андрюх, подержи, подержи немножко в этом. Подержи немножко в кресту. Задотали жуткую, потому что ты, если что, кислу удержишь. Дали Геру. Дали Снобальд еще живой, Снобальд живой еще. Ну, кто с Снобальдом? Кто с Снобальдом? А что ты там делаешь? На Катоме, Мелизон. Не отключено просто. На маге. На ЗЭшник не включен. Бурстим кислотный. Миликов не раскидывал. Первая пати миликов слева бьет, вторая справа, третья слева, если милики есть, четвертая справа. Это по огненной. Также во время дебафа разбегаемся. Если кто может снять, снимает дебаф. РНЖ-ДДшники изначально набрали ренджу. Под лицом... А, тут, в принципе, под лицом пофиг. Но ренджу держите. Милики, после того, как откинет вас, больше к боссу пока не подбегайте. Ждите, пока харчок пройдет. РДшники, в центре очень много людей. Наберите больше ренджу. Учитесь здесь, в обычке. Майлик, бабл нажми. Ренессанс, отбеги просто. Будем танчить по читам орды ледяного рева. Бля, Андрюха, поставь метку ромб какой-нибудь. О, отлично. Забагались опять метки. Сразу, милики, не врывайтесь, она агро скидывает, если что, отойдите. Танк дайте забрать. Подошли все ближе к ромбу. Когда сказали, сбежались в ромб. Все. Все, можете уже в ромб сбежаться. Все прям. В одну меточку. Право-лево от цели, которую выбирает. Никотина дышит. Майлик, Вадим. У меня кулаки впачены. Вот это хуёво, точно. Прохил всех. Разбежались. Все влево почти убегаете, там ренессанс один. Прохил на фул всех.
Катя, ты тогда стой всегда сзади босса. Чуть не на небольшой РНЖ, у нас нет фридома. Прокачано. Прохиливайте третья пати приоритетом и хила. Врон, сбежались. Катя, поднимешь. Женя, у тебя встать же нету, да? Поднимешь Женю. Все влево. Пиздец, там камера. Катя, подними Жень. Ну, блядь, без фридома сделали на кару без фридома. Забыли переделать. Дайте ребаф по скибиди и рейбл ему иннер сразу. Да пиздец. Блять, пизда, сейчас что здесь вайпимся, ебаный. Прорез, поднимите всех по хп. Разбегитесь, главное. Право, лево. Молодцы. Не, здесь сейчас мы засывать никого не будем, просто не переделали билд. После кары. Все, кто сдох, встаньте сами, зайдите. И минус 1000 получите. Минус 1000 никакой не будет. Дайте ребаф, по кто упал. Будем запускать следующего босса. РДшники поводили комнату на две стороны. По два человека стали в РНЖ 10 метров. На босса красноязычие. По големам первого голема забаним Чернобыль, второго притон, третьего заливаем. Танчит будет подаван. Крест выбегает всегда. Череп прохиливаем, крест через рейд не бежит. Также косты у босса всегда под конец сбивает сам подаван. По страховке никотин оставайся. Может, у него заглючит. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Касали, да? Не, сейчас не надо, сейчас Андрей сейчас не давай надо. Потом. Давай потом развалим, да. Как бы правильно сейчас разваливать, но после времени. Заебали, я вообще бы все в конце ролил бы. По диспелу все помогайте, ну тут три мага есть, в принципе. Но лучше помогайте. По два человека РДшники распсаньте, а то сейчас всех могут шотнуть. Там есть каст иногда, который не сбивается, проходит. Если он под стаками будет, то шотнет сразу. Возле выхода очень много РДшников стоит, немножко РНЖ наберите, каст. Игнорируем бабу, никотина прохил. Игнорируем бабу. Сайс, чук выбежал, или кош нажал. Поздно нажимаешь, появилось, сразу нажимай. Кстати, забрали с босса. Войда прохил. Спирита. Войда прохил. Баба сову бьет. Шнурки выбежала. Галя. Только не через рейд, ёба. Ренессанса прохил. Бомжей первых даст подаван. Кастуй, бомжей, стаки с босса забрали. Играем по голему первому, третьему, каз сбили. Сейчас двух забанят, по третьему играем. Ренессанса прохил. Уфолок выбежал. Разбаньте одного голема. Давай первый Чернобыль ты своего.
Разбаньте второго. Каст босса. На Катоми прохил. Стаки на боссе. Каст. Ренессанс выбежал. Каст. Биг Бинг Бен Бума прохил. Шамана в третьей пати. Никотин, кош прожми, либо выбежал. Стаки на боссе. Определенно мага прохил. Добили босса. Каст у босса. Тотемы от щита Альянса убрали. Каст. Каст, каст. Не сбил тоже. А Цесов выбежал. Джипси. Ага, Джипси, ты сразу будешь масс-диспол давать здесь. Ацесса, ты шаришь, как хили танков? Плюс они, да, нет, Вениамин? Так он уже хилил не раз. Все, окей, когда будешь хили танков? Не, он, я его всегда на рейде ВВК оставлял, по крайней мере, с собой. Танков он не хилил. Поэтому Карен его знает. Весь рейд перебегает в другую сторону, играем по черепу. Играем по черепу. Так, играем по черепу, по контролям теперь. Печеньку первый контролит у нас Рейбу, три ветерка дает. После Рейбу контролит топ-хайп. После топ-хайпа контролит Бретон. Трусы первый контролит у нас Чернобыль, отправляет свою суккубу. Потом контролит Мак определенно. И после Катя Ашока Катана контролит трусы. Также все стопают АОЕ, бьют точечно. Всегда под нами должен быть каток, никаких звездопадов, моров и так далее. Играем тупо по черепу. Далее. Звездочку. Звездочку контролит первый. У нас остался бойчик, когда подбежит. И потом шаманчик ганбэнг. Или как там правильно, ты тоже подкинешь Хиксулю. И Притон тоже запомни, на подсейве будешь. Не в танка, не? Вот, миликом заберешь. Да, прыгай в танк тоже, Стас. Заберешь, Стас, ромб в идеале. И крестом, если получится, Андрей луну. А он там все, в принципе. А я уже в сове, блядь. Суманитесь. А, ты в сове, оставайся в сове, все, а подван заберет, водовян подван заберет луну. Бля, тебе суманить еще надо. Ну давай. Андрюха, ты тогда запомни еще тоже звездочку. Ты третьим контролишь ее. Угу. Поставьте шкаф, нужно сайса засуманить. Будем начинать. А суман сайса, а кто такой этот, шнурки, кто он? Кто это был раньше? Это Галина. Ну, не, а кто это был раньше? Что, конник был?
Не было его, появилась новая девочка. Но мне не нравится, она раскол не стакает. Это да, с расколом там беда. Нихуя себе, погоди, я что-то не понимаю, или нет? Это не кто-то поменял, или кто-то появился нет, новый? Это новый. Появился новый. Петя, да, я не тебе? Новая девочка. А что там 63 тысячи ИП? Потому что она все... Если это новый, я... РТ посещала, но для всех было РТ. Я просто ее ни разу не видел, вообще. Ладно, давайте, короче, это соберемся. Может, там другой ник просто был, и все, типа, я об этом. Она Подаван, всегда смотри. Была, ты ее просто не видел. Подаван, смотри, ты грипнешь первый у нас череп, и потом побежишь, заберешь Луну. Стас, у тебя забрать ромб и крест, в идеале. Все, готовность на пол. Чего не хватает, Бин-Бен? Шаман. Чего не хватает? Все, готов. ДБМ пул и пуляем. После того, как грипаешь, после того, как Стас ворвется. 5, 4. Подождите чуть-чуть. Все отойдите на доски пока что. Геру как грипнут. Все, иди грипай, подавай. Дали Геру, залили. Каток под нее. Сайса прохильте, Ацеса. Квадрат кто-нибудь законтрольте. Да, меня он не прохилил. Ну понял. Законтролил. Придется катить. Дальше играем по звездочке. Катя, дай БР по Чернобылю, Ваня Рейбл, сгоняй Сайса подними. Играем по звездочке, трусы законтролить нужно. 100 страфов нажал. Все, он слово поменял. Головорез можно не поднимать. Сайса прохилят, Цеса. Тасс, сбивайте звездочку, играем, трусы контролим. Трусы печенька, когда подбегут к нам. По звездочке играем? Да. По звездочке. Ой, блядь, ну, блядь, ее нахуй. Трусы за контроль. Пока что хекс, смотрите, не сбейте. И печеньку контролим. Еще один контроль по трусам, и дальше нужно будет продлевать. Печеньку законтрольте. Трусы продолжите контроль. Трусы, кто назначен, продолжаем контроль. Приоритетом законтролить. Не уешь. И косты сбивайте, ребят. Мак кастует. Дальше играем по трусам. Печеньку законтрольте, печенька стреляет. У меня диминишн уже. Я отдал хекс по печеньке. Играем по трусам. Кто-то сбил. Роги, не бейте печеньку, там яды висят. Сбивают контроль. Рога и вор у нас. Нужно сову продлить. Я кидаю три в нее. Да-да. Масфер, дайте, там Луна бегает по рейду. Почему по рейду взрывная ловушка? После трусов играем по печенье. И взрывную ловушку тоже не из-за этих, ребят. Контроль сбиваете. ХМ-ки уже трупами были. Дальше по печеньке играем, трусы контролим, квадрат тоже контролим. Кто контролил трусы, контрольте квадрат. Кто контролил печеньку, контрольте Луну. Этих бомжей призвал. А, это сама сова, да? Да. Что за, блядь, анимация?
Дальше по луне играем. Квадрат контролем. В принципе, можно... А, вот, квадрат поконтролить. Грипните сюда луну. Да я... А, ну, ведь... Лицом не танчите, видите, бегают просто кайте по ледяной трапе. Дальше играем по квадрату после луны. И держим квадрат вместе с самоулом, я на него череп поставлю. И будем двоих сразу забивать. Больше не контроля. А трусы можно будет поконтролить. Все, играем по квадрату. Держим вместе с черепом и двоих их заливаем. Черепу главное косты сбивайте. Сейчас добьем квадрат. Трусы больше не контрольте. И то же самое также будем по черепу играть. Сбивая косты. Диспел квадрат. Там ходка на нем. Все, грипните трусы под квадрат. Ой, под череп, и будем вдвоем их заливать сразу. Сейчас, когда контроль закончится. Уже прошел контроль. Опять та же самая херня, нужно было типа тотемные яды поставить, чтобы диспелим. Ну да, да, вот это что-то просто быстрее хотелось. Так, Стас, ты всех там держишь? Не, да там я... Подаван, выйти? Да, подаван. Иди вытяни одного милика к нам. Хотя там два же милика у тебя, Стас, да? Ну да, только два. Ну, подаван, да. Так видишь, так веди еще двоих сразу. Смотрите, лицом их не танчите, по трапе кайтесь, только далеко в Доларан не убегайте, просто по трапе диспел масс по юань. По ледяной трапе кайтесь просто. Стас, оставайся в танке. Окей. Ваня, прыгнешь в мишку просто. А нет, в принципе, у нас же... Есть подаван. Да, Вань, прыгнешь в мишку. Играйте по кресту. Можно держите ром после любого креста. Вань, залей инер там по скибиди. Чё? Так, это третий босс, да? За каждого по 1500. По 4500. Ты мне не начислил еще на грульмагик, Саш. И мне. Зачислил. За груль магию зачислил. Всем. Не-не-не, ничего, что мне как было, так осталось. Всем здесь же пришло, кто в пати, всем здесь Женя пришел. У тебя 41 тысяча. Ну, а был 39, сколько вычисляется? 1500 за каждого босса. Ну, а за всех боссов? Было 39, а стал 41. Как может быть 1500? Значит, ты посмотрел 39 после груля, я за груля, после груля сразу начислил. Вот беги, Андрюха, сейчас загришь мобов. И тотем уберите. Оков земли. Сука, возьмите все синюю, черную, быстрее. Подаван танчи двоих. Ладно, лайк. Кто запустил босса сразу? Еще лут не успели забрать. Тотем или что? И тотем стоял. Ну не успел Андрей забрать, и тотем кто-то не убрал.
7 шаманом ГП. Я вам скажу больше. Магика. В центре там не пулится босс. В центре можно спокойно стоять. Смотри, магика написано бронзовое святилище. Посмотри поэтому. Просто у меня нет магика. В этом. И там начислено 1500. За бронзовое святилище. По журналу. 13.45 и 46 там по времени. Идите, ешьте рыбу. Андрюха, прыгай в танк. Подаван ловишь сверки справа. Сайс ловишь со сверки слева. И Ваня рыбу ловишь сверки сзади. На пулы все уфолога. Ренессанс возьмешь светлую, на пулишь темную уфолога. Кушайте рыбу. Я сзади, да, не услышал? Да, ты сзади ловишь сверху. Блять, почему не могу рыбу есть? Просто кто-то зашел с феркой на нее, отойдите не надо. Все, готовность на пол. Становитесь все в одну точку. Бля, опять метки забагались. Ой, блядь, занимали. Дайте каску. Каску под ИКшником дайте. Все, встали все в одну метку, готовность на пол. Погнали. Чупа, Миша, чего не хватает? Все нормально. Место дислокации меня. Все, 4 до 5, Андрюха, пуляешь. Раз, два, три, 4, 5. Сразу не врывайтесь, дайте ему поставить. Все на пулы в уфолога отдаете. Играем по светлой сейчас. Темные сферки пропускаете в рейд, все ловите светлые сферки. Ренессанс тоже может, кстати, подлавливать. Ну и подбивать темные. Все играем по свету. Спецспособность через 15 секунд. Смотрите, спереди светлые залетают, а спереди ловит. Спецспособность через 4 секунды. Взяли все светлые, бьем темную. Дали держи. Каз сбили, прохили рейд. Сейчас ловите танки темную и можете светлую, точнее. Ловите темную, а мы все бьем темную. Менять цвет. Спецспособность через 4 секунды. Цветовая воронка, танки все, которые по темной прожметесь. Ренессанс, можешь вилки нажать. Так, это два каста было светлых, можно будет темные брать. Взяли все темную и играете по светлой. Кроме танков. Танки ловите светлые. Танки, которые со светлой, прожмитесь. Перебежали все туда. Но остаемся под темный. Следующий каст тоже темный. Будет. Можно было Андрюху вместе, кстати, оставлять.
каст щит будет. Сбили щит. Добили босса. Че, выбор упал или нет? Нет, конечно. Все, кто в танках, прыгайте в ДДшников, кроме Падавана. А у меня пас, а мы в 5 хилов пойдем, да? Так у нас не 5, у нас... У нас Войт в... Хила. У нас Войт в хиле. А, Войт в хила прыгнул. Войт, прыгай в ДДшника. Я думал, что ты изначально в ШП был. Не смотрел даже. Он изначально был в ШП, а потом на вальках спекнулся в холле приста зачем-то. Не знаю. Чтобы похилить, наверное. Да у нас одетые хилы будет. Мы бы в 4 похилили. Да, ну да. Прыгай, ШПшника, Войт. 4 хватит. Дальше, ребят, если кто-то там следил за лутом, оставайтесь, там инфолог раздаст. Большинство летит на... Кому не надо, ничего точно летит на Оню. На Сум. И после Они еще и ВК-10 пойдем закроем. Пару составчиков соберем. У нас вот 30 человек аж онлайн. Вот заодно и проверим, кстати, Макс, ты здесь? Бабка, который. Он выше, нет. Опа, а он не здесь. А он не здесь. Можно? Не, он не начислять. Он в другом канале просто сидит. А, ну окей, тогда здесь. Бля, я квест не взял, хухью. Блять, держи, Стас. Анненько не. О. Главное вовремя вспомнил. Все, сферки. Сферки можете все сбивать. Джипси контролишь одного моба. Хотя даже не Джипси, давай, Петя, ты поконтролишь. Джипси дамаж. Сферку, Ваня, нажмешь Starfall. Второго под босса. Готовность. На пол. Под шипы никто не лезет, по мобу по команде будете свичиться. На третьей фазе тотем отчил природы, Гера и погнали. Ренессанс, чего не хватает? Ладно, потом догоним. Бежал. Просто ему грузит у меня сейчас. Ну ты уже здесь? Здесь, короче. ДБМ пул 5, 4, 3, 2, 1. Пуляй, Вадим. Разбейте а сферку. А чё, где сфера? Сейчас там что с Руфовым должен бегал. Одного моба забаньте. Там бьет хила один моб. Саму грызет моб. Так он Старфул отдал. Ладно, по двоим. Дайте по двоим. Под уваном, блин, прохил. Одного застаньте мобов. Один на второго сел рога, второй на другого. Сыграйте по мобам. Все, Старфол, пока не жми, Вань, больше. Под ванну зубы. Да, пока еще не слишком так не делать. Нового под босса. Второго за контролем. Под... Заберите моба. Хорошо. Сыграли по мобу. Подавай, Андрюха, уводи, все, играйте по мобу. РДшники можете чуть по боссу поиграть. Второго моба грипните. Человека, который выберет, а ну просто с этой лужи, на которой моб, уведите. Бегаем всей пачкой, забивайте все сферки, только старайтесь рядом не сбивать. Играйте все по мелкому трэшу, играйте и бегайте всегда кучкой. Кто может станет мобов, станет мобов.
Сферки можете все сбивать. Боб будет? Боб будет? Нет, заходи, да заходи, Женя, сверх хватает. Под шипы не лезьте. Цесса, на любую сферу заходи. Все. От шипов разойдитесь, чтобы никого шипы не убили. А Цесса опять на любую сферу забили. Подаван снова. Все, забрали босса. Играем по боссу. Заберите мелких, пожалуйста. С мелкими зайдите просто под босса все. Играем по... РДДшники играют по мобу, милики кливом. По боссу. Грипайте второго моба, Женек. Там сзади стоит за РДДшниками. Справа от Ануба. То же самое. Заведите новую живу. РДДшники по мобу. Что, через одну? Ладно, давайте через две закопки. Хотя могли и через одну. За контроль 5 одного моба. Забрали моба. Стандайте. Играем. Хорошо, все. Все, можешь не грипать больше. Можешь не грипать больше, все, все. Уфолога кто-нибудь там. Кирти. Кибиди выбежал. Боб будет? Ну, хорошо. Смотрите, под шипы не подлезьте, он бежит в рейд обратно. Женек, Женьку Боб закиньте, кто-нибудь. Ладно, хорош, молодец. Смотрите, не играйте рисково, здесь сильно каяться-то не надо. Притон, следующий. На любую лужу, Вениамин. Все, завели босса на лужу. С мелким трэшем зайдите под босса. Потом, кстати, у природы уже поставь. Одного моба законтролишь, Петь, будешь до конца его контролить. Ханты, ханты, собаку. Заберите моба. Все, филяй, Вадим, этого моба, дали Геру. Хорошо. Давай, филяй, играем по нобу чисто. Ребят, снимите стамин креста. Да не надо на самом-то деле. Мы спросили с Андреем, как это работает, он по-другому работает. Смотри, идет моб. Ну никак по-другому не работает, он снимает от процента от хп. Ну. От текущего ты ж говорил. А не от общего. Ну верно. Чем больше у тебя стамина, тем больше снимает. Так, ее надо снимать или надо снимать в итоге? Конечно, ботинки падают. Так ты ж говорил просто от текущего. Если от текущего, то не надо снимать. Надо снимать. А. То бишь тянуть его. Мало у тебя хп, больше стамин, все равно снимается, хп у тебя больше. Ладно. В принципе, да, чуть-чуть дает. Это когда отхил босса перебить не могут ДПС. Кто открыл портал в коровник, блин? Или куда? Так надо смотреть, куда это. Мы на Аниксе идем, если что. В чем проблема-то? На Аниксе летимся. Давай не репешить шмотки потихонечку. За Ануба. 1500. Что-то так легко. Бля, нихуя я не ожидал этих. Иди всех. Иди. По-моему, весь.
Да, мы там запы, кожаные, плащ, ловкость. А, понял. За палец 1000 стар. Петь, кстати. Петь? Это где там? Блин. Короче, я вместо него. Рейбл 1000. Ну, рейбл надо на мейнхайм. Тебя, блядь, зачем тебе с духом? Пока у меня крит там есть, там заебись. Если кастером отойти, урон по вам не будет проходить. Лайфхак. Ладно, рейбл 1000 раз, 1002, 1003. Ой, скорее бы его не убить, я пойду сферы рыцаря крутить. Ребята, давайте делаем ачивку, действительно. 50 дракончиков, убийство Аниксии. Да, давай просто убьем. РДДшники, отойдите к магу, вон, поставлю метку, чтобы вас не дамажило огнем. Трусы поставим. Нам ХПС накручивают. Еще не понимаешь. Какой-то еще вот Андрюха остался. Плащ. Руки кожаные. 1000 старт. Руки базуки. Что за руки? Ой, я пойду на продажу. Руки кожаные. Голова. Масло масляное. Запы, запы. 1000 головорезы. 1000 раз. 500 на оф. Нет, это головорезы на мейн. Головорезы 1000 раз. 1002. 1003 головорезы. А он что, комбат, что ли? Ренессанс. Комбат. Плюс теперь... теперь ты в армии. Все. Команда. Давайте оставшийся лут доролим. Будем начинать. У меня опять, наверное, метки не пашут. Пожалуйста, да, у меня метки не пашут из-за аддона. Из-за аддона. Обновите, пожалуйста, баф попал. Попал в день. Андрюха, там еще ступни какие-то показывает, под ван есть еще что-то. Да, там с мостой были, ладно. За 1000 мейн. 1000 мейн. А шнурки 1000 раз. 1002. 1003 шнурки. Ребят, создавайте ник в ботинке. Будем бегать в пати на рейде, шнур. Давайте гильдию на гардероб. Что-то еще осталось, Андрюха, или будем запускать? Лащ. Если он боешный, мы его будем на продажу, на рыбу пойдет. Все. Расставь, пожалуйста, метки, а то у меня, блин, забагалось опять, а то он не ПГП багает. Зачем метки? Так все знают поставить. Там все метки. На всякий случай хотя бы по две штучки с каждой стороны. Милики играют по большому трэшу, сказали вспышка, сразу отбежали. РДшники по боссу играют. Когда сказали стопнуть по боссу, добить большого моба, добили моба. На второй фазе будет больших мобов танчить подаван. На первой фазе танчит уфолог. И от дыхания съебайтесь тоже. И на третьей. От дыхания, да, там скажут, куда съебаться. Все, готовность на пул и все уфолога. Да кто и... успал? Кто упал от вспышки, получил по шишке? Ну, вот тот упадет от вспышки, либо от дыхания, минус 2к сразу. Перекинь в Войда вместо Сайса в четвертую пати. Нихуя себе. Mm-hmm. Нихера. А может я всех хилов к нему, а, пожалуйста? Очень долго стоим, очень долго. Можно я Женька еще кого-то. Я тоже к шаману хочу, спасибо. Все, готовность, поехали. Считаю до 5 пуляешь, Андрюха. Раз, два, три, четыре, пять.
Все на пулу уфолога. Нас разлучили с тобой, Екатерина. На пулу отдайте. Алло, блядь. Сюда с напула начинаете. Дальше не расходитесь спать и будем на ВК собирать пару составов. Блин, вы точно хотите сегодня делать это, Саша? Ну да, до 4 раз успеем, пойдем. Просто составы посильнее сделаем. И все. Конечно, сегодня сделаем, как я люблю. Солопанк. Не, все тихо пока. Солопанка больше не будем пробовать. Хилов сильных возьми, можно попробовать. Да сильные были в прошлый раз. Дали Геру, Геру дали. Не сильные. И сильные. Ребят, давайте как там в центр сейчас садить, еще танк трэш. Роги, побегайте по напуливанию. Чупа справа, никотин слева, Владюха тоже слева, говорят справа. Все РДшники играйте, по-моему. Напуливайте в подавана, если что. Мелкий трэш. Саша, надо на подавана. Мы не туфолог, да? Да. Но у него ключ. Отдай его в подаван. Ух, слышь, шоу вообще жопа. Пизда рулю у меня. Большой вышел. Тихо, Женя, забери, блядь. Подаван. Чё? Ну, повышал. Чё большой не забрал? Так, в смысле, ты же сказал, напуливайте маленький трэш на подавана. Типа, я думал, маленький, я танчу. Ну, так ты маленький танчишь и забираешь его большим. Ладно, тихо, бейте пока. Нормально всё. Катя. Забери большого. А сейчас скливает. Разверни его, он скливает. Никогда его не разворачивай, врей. Катер, дай БР по Майлику. Рейбу дай по... По Цеса дай. Все, и дайте им ребаф. Убейте просто. Выбежали от центра, все убежали. Разбежались. Крест, луна... Подаван тоже уводи, Женька тоже убегай. По центру беги, дыхание. Никотин, сойди, там дракон сейчас спавнится, если слышишь. Не разворачивай большого моба в рейд, Вадим. А то он кливает, он всех, он весь шотнул. РДшники играйте по Аниксе. Я сейчас, конечно, врываюсь. 5 джипси, кинь на уфолога антифиры, если ты не кинешь. А потом кинет ДТ-шк антифир. Так, там два больших моба. Нужно кастер на свичнуться, не хватает ДПС. Да, сейчас свичнемся. Спешка. И сыграли все по... Бежали милики. Сыграли по большому мобу все. РДДшники. Бурстанули в него. Все, переводим босса, милики доигрывайте. РДшники помогут, по боссу. Еще один. Да, еще один вышел. Андрей, забирай, сыграли все по большому мобу. Подаван, забирай его и смотри, не веди через рейд. Бог. Фир. Отойдите от лица большого, веди к Аниксе большого потихонечку, только не через лицо. Уфолога там прохиливайте. Все, побежали к боссу. Так, остался хоть один. Джипси. О, блядь, тут нихуя разберешь. Войд, закинь антифер по уфологу. Уже был. Был. Ладно, тут быстрее, скорее всего, будет сдохнуть. Зайдите все под лицо. Да мы убиваем. Да, слушай, пару ДДшников. Да пару ДДшников встал. Пошли и быстрее сдохнем. Больше, меньше времени потратим. Зайдите под лицо все.
Подуман, ты большого тоже танчишь. На тебя напуливает мелкий трэш, просто у Андрея глюч. На тебя напуливает, ты уходишь сюда в квадрат и держишь большого моба. Просто видишь, ты с нами не бил. Ни разу. И все, и милики просто кливают с большого, с мелким трэшем. И отворачиваешь его в сторону выхода большого. Стали все быстро побежали. Сейчас просто принес по рейда было. По ССам Притон закастуй на Ацеса. Чернобыль закастуй на Ашока Тана. Кто там еще у нас? Все, два ворока осталось. Стали, поели рыбы, быстро ребафнулись. И начинаем. Все то же самое, начали хорошо. Ты под Иван можешь сразу бежать к квадратику, но тебя напулят. И ловить большого моба. Кушайте рыбу. Готовность на пол, если все готовы, считаю до 5 пля. Чего не хватает, топ хай. Да, догонишь потом. Все, все готовы, кроме топ хай по Женя. Считаю до 5. Раз, два, три, четыре, пять. Пуля, Андрюх. Так, кто там должен был пока ТСС закинуть по Ашоку Тана? Под лицо не заходите. Чернобыль. Чернобыль. Ну, окей, как будет, закинешь по Кате, если будет. Давай Геру, Женя. РДшники продолжают по боссу играть. Вадим, который под Иван, бежишь в квадрат. Роги закидываете в под Иван на пулы. И пробежались. Два роги с одной стороны, два роги с другой. РДшники по Аниксе играют. Типа. Все, выйдет большой моб, отверни главное его Вадим от рейда. И следите за вспышкой. Вспышка, все мелики отбегают. Бля, да. Я лучше сразу отойду. Да, у кого прям сильно глючит, отойдите просто чуть-чуть. Дыхание через 28 секунд, может даже, кстати, успеем перевести. Владюха. Поменяющее оружие, минус 1000. Под Лицова залез. Череду отдал, наверное. Дыхание через 6 секунд. Ты череду отдал? Разбежали с центра, подбежали за квадрат, луна, если луна, то на самый край заходите. Луна, трусы тоже на самый край. Хорошо. Сейчас выйдет большой моб, первое, второе пати РДДшников бейте по мобу, остальные переводите. Босса.
Все, на пол уфолога. На пульте дракончиков подавана. Дайте поставить уфологу. Смотрите, под лицо не заходите. Подаван потом куда-нибудь под пузо их заведешь, когда на пуле все. Играем по аниксии. Свои прожимки тоже используют. Дайте заебусь собирать их. Ну, давай, головорезы, пробегись под напулом, под спринтами, если есть, на пуль всех, подавана. Под хвостом тоже никто не стойте, летать будете. Крутится. Багнутый босс. Ацесса, вставай. У тебя должен быть Ацесс был. Ребафните Ацесса, Рейбл, залей Мейна. Блять, отбегите, отбегите. Я не сыпнул. Если что, медведь не виноват, она сама так крутится. Тут. Поэтому... Такая хуйня. Смотрите, отбегите, сейчас опять будет фер. Ой, блять. Бабу нажмите кто-нибудь. А баблов нет уже. Мега конченый босс. Все, епэшим, летим к ИВК. Ух ты. Две пушки. Одна на... Прикольная, кстати. Ну, три хила изи, чё там, Жень? Тут половина лежит, блин. Тут, ну его нахер. Эту ебучую Аниксию. Она самый тупой босс. Две с половиной. Старт. Дрифковая. Серьезно? За эту хуйню ИП? Ну да, за все ИП. Да, блядь, тут вообще грублут надо было поставить. Две с половиной никому не надо. 1250 Рейбл. Надо? Все, Рейбл 1250 раз, 1252, 1253.